Okay, let's go. Очередной обзор. Нас попросили придать кухне новый свежий вид, снять старые обои, покрасить окно, потолок, на потолке гипсокартоновый короб, его покрасить, освежить и на стенку нанести декоративное покрытие, которое было бы прочное и легко могло бы мыться. Изначально на стенках планировалось нанести декоративную штукатурку «Мокрый шелк», но со временем в разговоре с заказчицей решили сделать что-то более интереснее, фактуру какую-то дать, рисунок какой-то индивидуальный, не просто базовую декоративную штукатурку. Тем более мы в этой квартире уже и делали и балкон, и акцентную стенку, и в коридоре делали декоративную штукатурку. И заказчица видела наши работы, ей очень нравится. В итоге было принято решение сделать декоративную штукатурку под трафарет. На словах обрисовали нашу идею по узору, по тому, как мы хотим это сделать, как мы это видим. Заказчице понравилось. И еще она хотела, у нее была скинали на рабочей зоне, и она хотела заменить ее на новую. Мы предложили ей также сделать декоративную штукатурку, а вместо скинали поставить закаленное стекло. Таким образом, все смотрелось бы очень едино. И, соответственно, декоративная штукатурка везде бы просматривалась бы и сохраняла бы всю концепцию нашей идеи. Специально для этой кухни подобрали узоры и у наших партнеров на производстве изготовили трафареты. Сделали образец декоративной штукатурки в белом цвете, чтобы заказчица могла увидеть, как это будет смотреться на стенке. Ей очень понравился образец, понравился вид этой декоративной штукатурки. На этом мы утвердились. А сам узор продиктовала нам плитка на полу и стекло в дверях. То есть на полу уже была уложена плитка, в которой были декоративные элементы с узором. Его мы взяли за основу для одного вида трафарета. Это были разные орнаменты. Вот это плиточка, по которой мы ориентировались. А вот сам узор трафарета на основе той плитки. Также вот этот рисунок на стекле дал нам идею для вот такой вот решетки, которую мы также перенесли на стенку, чтобы оно как-то единым целым все смотрелось. В глубину самой декоративной штукатурки мы нанесли эффект хамелеон. Под каким-то углом на свету он дает такой бордовый оттенок,
осматривается. Прямо смотришь, ничего не видишь. Если под углом как-то, как свет падает, ты видишь бордовый оттенок, который перекликается с потолком и с самой кухней. А саму поверхность мы покрыли серебристо-белой эмалью, что также придало этой декоративной штукатурке свойства как моющиеся, хотя материалы они и так прочные и влагостойкие. Ну вот, заказчица попросила, мы сделали, придали этот внешний вид, придали свойства стене, все эффекты нанесли. И в итоге вот то, что получилось, заказчица очень осталась довольна. Вот, осталось только поставить стекла закаленные на место рабочей поверхности, место скиналей. Вот так вот получилась эта кухня.